Пятница 13-е отметилась редким природным явлением – солнечным затмением. Луна сегодня закрыла ближайшую к Земле звезду на 1/3, а правда увидеть это смогли немногие. Наблюдать затмение можно было лишь в Австралии, Антарктиде. Длилось оно примерно с 5 до 7 утра по московскому времени. Ну а жителям северного полушария возможность увидеть солнечное затмение выпадет уже в ближайшее время – в августе.